Если говорить о Востоке, то Карагинская подзона, в общем-то, подходит к окончанию промысла. Оставшийся объект, который еще подлежит освоению, это Кижич, а основные остальные объекты, в общем-то, уже промысел завершен. Итоги в целом для восточного побережья неплохие, с учетом стартового прогноза. Он превышен, общий вылов превысил 40 тысяч тонн, 42 тысячи тонн составил на сегодняшний день. И основной объект — это Горбуша, вылов составил 34 тысячи тонн. Если мы говорим про восточную Нерку, то тоже очень хорошие результаты. На сегодняшний день вылов бассейна реки Камчатки, так скажем, из камчатских рыбаков превысил 13 тысяч тонн Нерки. И продолжается к настоящее время. Мы превысили стартовые объемы промысла этого вида в данном районе больше, чем в 2 раза.